Итак, дорогие друзья, экипаж самой популярной тревел-передачи ВКонтакте «Большие деревья» добрался до самой крайней точки своего путешествия, именно город Сан-Франциско. За моей спиной мост «Золотые ворота» и «Тихий океан», отступать дальше некуда. Хочется сказать, что Сан-Франциско после Лос-Анджелеса, где мы провели уже где-то больше месяца, поражает своей архитектурой, просто настроением, людьми. Сегодня мы попали на так называемый Navy Week. Это когда суда приезжают в порт Сан-Франциско, летают самолеты, просто дикая красота, ходят морячки, морячки. Сегодня мы даже познакомились с девушкой, которая отслеживает подводные лодки в Тихом океане, сидя где-то за радаром. Ну, собственно, вот. Я думаю, что этот выпуск вы посмотрите где-нибудь в конце декабря 2011 года, а сегодня на часах 8 октября. Ожидайте следующих выпусков. Дико холодно на самом деле. Ну и красиво очень. Соски, да, встают. И соски встают просто как часовые. До новых встреч. Представить вам наших новых соведущих, Олесю Владыкину и Галину Кузьмину. Девчонки, расскажите о ваших впечатлениях. Я послушаю. Что вы можете сказать? Я могу сказать, что я влюблена в этот город. Я его люблю. Я хочу здесь жить. Он потрясающий. I'm so excited. Смотрите, перед этим, да, выпила, наверное, где-то литр шампанского, поэтому ей все нравится. Но-но, я уже протрезвела. Итак, просто в Сан-Франциско, если вы придете в субботу на крышу парковки на 39-м пирсе, там наливают бесплатное шампанское, раздают еду. И раздают девушек. Раздают девушек, блондинки, брюнетки, пожалуйста, на любой вкус. Галина Кузьмина, ваше вам слово. Соски стоят? Нет? Соски. Стоят. Как соски? Стоят. Соски стоят, все в порядке. Я же проверила. Продолжаем. Только что пролетел огромный какой-то аэробус тут, после всех истребителей, смотрелось довольно интересно. Чайки, наверное, подумал, что хочет у него птенцов от такого большого, сильного, да, самца. Там если чайка, где-то там если чайка, да, я с таким... Бля, я хочу от него птенцов. От кого, от тебя? От меня, да. Нет, она хочет птенцов. Галя, от кого ты хочешь птенцов, расскажи нам. Я птенцов. Я еще не выбрала подходящего кандидата. Подходящего самца. Большие деревья, все еще Сан-Франциско. Главное правило туриста — оказаться в нужном месте в нужное время. Мы попали на неделю флота, праздника флота, авиашоу. Безумная туся. Соответственно, здесь говорят, что в другие дни здесь такого нет. Отлично все. Сан-Франциско. Do you remember when I was in LA? When everybody drove a Chevrolet in LA?
фактор – это люди, которые счастливы. И мы стараемся быть счастливы тоже. The military is not family friendly. Tell me, please. Those same jets kill innocent civilians in Iraq, Afghanistan, Pakistan. Those same jets kill innocent civilians. There is nothing family friendly about the military. When people fall, they watch a prophet rock it up. SOS, this is a global call. We're gonna make a stand. Make it now, take back your rights from the IMF, World Bank, and Monsanto. SOS, this is a global call, we're gonna make a stand, we gotta make it now. Corporates across sea leads to profits killers, profits killers. Geneva to Washington, Cancun to Seoul, the corporate welfare state is running out of control. The corporates have got the guns, but the numbers are few. Kill democracy, then they cannot kill the truth. So step out of the grave, just go the corporate slave. Step into the world of the living wage. Not for one, not for two, not for three and four, but for every single citizen around the fucking world. All the people in the fight of our lives. Spark a revolution in the form of suicide. SOS, this is a global call. We gotta make a step.